Обитатели Западно-Казахстанского эколого-биологического центра готовы к зиме. Теплолюбивые животные уже размещены в специальных террариумах и вольерах. Сотрудники центра запаслись необходимым количеством корма для животных. Кроме того, в зимний период центр готов принять школьников и защитников природы для проведения практических занятий. В областном эколого-биологическом центре обитает более 260 видов животных и насчитывается 90 видов растений. Количество обитателей природы увеличивается с каждым годом. В этом году центр заблаговременно позаботился о животных, готовя их к зиме. Животных переселили в теплое помещение. Все готово для комфортного времяпровождения обитателей, отмечает директор областного эколого-биологического центра. Мы с улицы перегоняем теплое помещение. То есть для каждого животного у нас есть наблюдение. Есть, соответственно, люди, которые ведут, отслеживают и, согласно графику, перегоняют в теплое помещение. Центр служит учебной базой для молодых экологов и ветеринарных специалистов. Здесь созданы условия для практической работы. Особенно летом множество детей и учителей навещают животных, приводят им угощения, заботятся и придумывают клички для зверят. Если в колледже у них теория, то здесь практическая. То есть мы с ним вместе работаем на участке. Определяют они схожесть, глубину посадки, определяют сорные и нужные растения, делают правильно, как нужно делать приствольные круги, как правильно делать подкормку, как правильно делать грядки. Такие вот практические части. По словам специалистов, на складе в достатке огромный запас продуктов и кормов. Это обеспечит обитателей центра всем необходимым в холодное время года. Амина Махсотова, Олег Писаренко и Мурат Джагупар, телеканал ТДК-42.